Здорово всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня мы говорим про обновление 0.16.0. Я думаю, вы все знаете то, что обновление уже очень-очень скоро, и прямо сегодня, ребята, я вам расскажу все максимально детально. Буду присаживаться поудобнее, да, обязательно ставь лайк, если ты ждешь обновления. Не забудь подписаться на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Просто, если ты ждешь обновления, ставь лайк, подписывайся, а мы начинаем. Началом данного видеоролика хотелось бы сказать то, что обновление уже прямо на подходе. А все потому, что недавно Gold Pass закончился. И это означает только одно. Это означает... Нифига себе, я нож бабочку выбил! Ха-ха! Вот это прикол, ля! Блин, ребят, я просто ору. Так, ну что же, давайте вернемся дальше к видеоролику. Пацаны, смотри, заходим на рыночек. У нас есть Trevor Lasbach и Foyer's Collection. Так вот, вот эти вот две коллекции выйдут уже на этой неделе, скорее всего. И я думаю то, что это будет именно в пятницу. Ну, короче, я так подумал, я хотел бы вам подарить данный нож-бабочку. Чтобы получить его, надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий. И в-третьих, что самое главное, посмотрим все видео от начала до конца без перемоток. Всем желаю удачи. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим лучшую реализацию обновления 0.16.0. Ну что же, полетели. Вот это, ребятки, новое загрузочное меню. Я вам скажу только одно, я просто в шоке. Посмотрите, насколько же все это красиво, ребят. Посмотрите, Competitive Pack, да, кстати, его никогда никак не могут убрать, он уже, не знаю, ну, года два точно вот этот пак. Уберите его, пожалуйста, это поменяйте на какой-то новый. Дальше, Traveler's Bach, это, ребят, та самая коллекция, которую мы все с вами знаем. И дальше, сезон 3 под названием Вертикаль. Блин, ребят, я скажу так, немножко все запутано, но в целом очень даже прикольно, очень даже круто. И честно, я хотел бы, чтобы был выбор коллекции. Хочешь донатерская коллекция, хочешь проходишь пас, хочешь покупаешь просто платный Gold Pass и его проходишь. Ну, вот прям все, что хочешь, чтобы было. Это очень круто. Так, ребят, смотрим дальше. У нас есть новая награда, новое звание. Это бриллиант. Я не знаю, что такое, но по всей видимости, это будет идти после легенды. И если это так, это нереально круто. Дальше, что же мы с вами видим? Достижение, ребят, прямо над моей башкой видим достижение. Замочение 33 игрока, держащий ХВМ, закладки бомбы. Получается, мы выполняем достижение и получаем голду. Круто. Дальше смотрим друзья, и возле друзей есть лучшие друзья. То есть с теми, с кем вы общаетесь больше всего, они будут в отдельной категории лучшие друзья. Это реально очень-очень круто. Также, ребятки, обратите внимание на менюшку сбоку, потому что тут капец как много всего. Единственное, что я не понимаю, зачем раз настройки, зачем два настройки. Ну ничего, сейчас будем смотреть, чем в нем разбираться, потому что, ребят, ну реально это заслужит вашего внимания. Новая коллекция, новый пас, достижения, награды, обновленный интерфейс. Ну, реально, все очень круто. Так, ну что, смотрим. Я понял, то есть смотрите, как попасть в лучшие друзья. Вы нажимаете на вашего друга и нажимаете кнопочку добавить в лучшие. Блин, ребят, ну очень круто, прям как в ВК. Очень-очень круто. Да, ничего себе, ребят, ну прям 5 с плюсом. Так, а что же мы тут видим? Нифига себе, я вижу новый керамбит ансиент. Скажем честно, новый керамбит ансиент, он немножко страшный. Также я вижу новую награду под названием Лояти Бэдж. Я без понятия, что такое, но походу это что-то вместо медали. Честно, не знаю, как это получить, возможно, за выполнение задания или еще за что-то, но... Пока что для меня непонятно, но тем не менее очень даже прикольно. Блин, ребят, ну керамбит ансиент, ну прикольно. Так, ну что же, ребята, прямо сейчас мы можем снять, можем осмотреть, можем надеть. Это, ребят, как мы видим, награда Аркана, поэтому, блин, ну очень прикольно. Было бы классно, если бы эту награду можно было получить за высокий скилл в игре. То есть вы, например, играете там 5 кд, и вам дают вот эту вот золотую монету в качестве награды. Вы надеваете, и все понимают, что с вами играет киберспортсмен. Ну или читер, одно из двух. Блин, ребят, ну очень круто. Так, а вот это уже я просто в шоке, ребят. Это уже третий сезон. Я уже вижу G-команда Firestorm. Нифига себе, сказал я себе. Ребят, мое почтение. Просто прожмите за это лайк, подпишитесь на мой канал. Потому что как же все это круто, ребят. Посмотрите, Free Pass, Gold Pass. Вау, посмотрите на все это. Куча наград, куча наклеек, куча всяких новых скинов. Блин, ребят, ну прям за это сходу лайк, потому что, как по мне, все выглядит очень красиво. Особенно этот G-команда Firestorm. Вау, ребят, ну это просто малышка. Посмотрите на этот G-команду Firestorm. Нифига себе, сказал я себе. Блин, ребят, проделана очень большая работа. Ну, пожалуйста, прожмите за это лайк. Так, а теперь мы видим кастомные карты. Кастомные карты и, по всей видимости, кастомные скины. Я даже себя подвину. Да, ребят, в натуре это кастомные карты и кастомные скины.
Я просто в шоке. Ну, ребят, ну влепите за это лайк, потому что я просто в шоке. И посмотрите, карты и скины можно оценивать лайками и дизлайками. Вау, ребята, ну мы ждем, мы реально ждем, потому что кастомные карты разработчики нам обещали добавить еще с 2020 года. Разработчики, мы же ждем больше года. Пожалуйста, мы вас реально очень сильно просим, добавьте кастомные карты, кастомные скины. Ну это реально, ну блин, это было бы очень круто. Так, смотрим дальше. Это, ребятки, лобби. И мы видим то, что в лобби мы можем выбрать режим мастерская и выбрать необходимую для нас карту. Круто, круто, заслужит лайка по факту. Так, ребят, мы сейчас залетаем на карту Паро. Эта карта из мастерской, то есть сделана немножко наподобие CSGO. Ну что, ребят, давайте смотреть, что и как, потому что мне интересны детали. Детали — это самое интересное. Так, нифига себе. Ну слушайте, ну тут уже графон из CS-ки. Такое ощущение, что это не стендов, а это CSGO. Блин, ребят, бля, слушайте, это тот самый G-команда Firestorm, если не ошибаюсь. Блин, ребят, не, ну тут прям лайк надо сходу ставить. Очень прикольно, очень круто. И заметьте на графику, графика стала на 2, а то и на 3 уровня выше. Ну, сразу заметно то, что это портатированная карта из CSGO. Ребят, ну а теперь поговорим касаемо даты обновления, потому что многие из вас не понимают, а когда же все-таки выйдет обновление. Ребят, ответ крайне прост. В начале, по традиции разработчикам, мы, ребятки, ждем трейлер. Потом, как только выходит трейлер, буквально спустя, там, не знаю, максимум неделя, мы ждем само обновление 0.16.0. Так что, ребята, в начале трейлер, потом обновление. А вот что будет в обновлении, я вам сейчас расскажу. Первое, что мы ждем, это новая карта, потому что, ребятки, нам все обещали новую карту, я очень сильно жду новую карту. Дальше мы ждем новый пас. После этого мы ждем еще одну новую карту, только уже в соревновательном режиме. То есть одна карта для командного боя, вторая в соревновательном режиме. Ну, то есть будет, ребята, зашимбумба. Ну и самое главное, я очень сильно жду обновленный античит. Мой вам совет: если вы хотите быть в плюсе, то, ребятки, скорее всего, должны удалить фурец кейс. По крайней мере, по логике вещей, потому что добавят новый кейс. Но для того, чтобы вы были в плюсе, закупайте фурец кейсы, потому что они потом выйдут на рынок. И еще, если вы хотите быть в плюсе, то я рекомендую все скины, которые вы хотите продать, продавайте прямо сейчас, потому что когда выйдет обновление, цены просто-напросто упадут. Даже я прямо сейчас поставил свой Керамбит Голд на продажу, ставлю АВМТХ даже на продажу, который я не хотел никак ставить. И все это ради того, чтобы потом в обновлении все скины купить гораздо дешевле.